никого нет. Ой, не знаю, куда мы пришли. Куда-то пришли, сейчас посмотрим. There's probably tickets here. No, we have tickets. Okay. I say, oh, they have... Hello, thank you. Yeah. Thank you. Так. Вон, видите, там на экране-то машины красивые. Ой, какая красавица тут стоит. Феррари. Красное и зеленое сиденье внутри. Вот. Не знаю, почему он тут стоит. То ли это чемпион, то ли это продается, то ли это выставка просто. Не знаю. Смотрите, мы зашли прям в самое сердце. Самое сердце там, где машины ремонтируют. Я не знаю даже, как я сюда прошла. Меня, наверное, по-моему, еще никто не видел. Поэтому пока никто не выгоняет. А это вот настоящие машины. Рейс. Феррари. А здесь вот эти кабины, в которых машины эти ремонтируются. Боже. Как классно. Как это все можно посмотреть? Видите, они машины обдувают. Эти итальяшки такие с машинами. И вот этих гаражей, я там не знаю, по-моему, 20-30 этих гаражей. И везде вот эти машины они ремонтируют. Видите, какие красавицы стоят. Некоторые без колес, побиты. Зализывают раны. Надо же так интересно. А там вот, видите, видно весь стадион. Девочка идет, жениха, наверное, ищет. Направо, налево головой крутит. Вы видите, машина-то без носа совсем осталась. Что-то за голову держится. Машину, наверное, жалко, разбил. А может, голова болит? Не знаю. Ох, какие чудеса, чудеса я вижу. Пока не выгонят, буду ходить. Скажут, девушка, здесь нельзя, значит, пойдем. А пока не сказали, будем снимать и подглядывать. Ой, вот видите, как по-настоящему. Как там говорят, тачку на прокачку. Вот, вот оно, настоящее. Настоящие тачки и настоящие прокачки. Видите, вот они. Ох, Кирилл у меня сейчас посмотрит, Наташи из Рыбинска, сын, и скажет, ничего себе, Наташа, ты куда зашла? А я и сама боюсь, думаю, сейчас как выгонят. Видите, какие у них траки? Это вот такая огромная машина, а у машины вот такой вот... Боже, не знаю, куда пошла, я иду куда-то. Сейчас зайду, это какая-то мастерская у них тут. Hello. Вау, посмотрите-ка, в машине-то чего. Боже, сейчас выгонят. Сейчас выгонят кнутом. Винсент уже стоит на меня, смотрит. Видите, какие машины? Даже вот колеса видно у них. И вот то, что внутри. Это для моих мальчишек я показываю. Это все говорят, для девчонок одни лифчики показываешь. Вот для мальчишек. Болтики и гайки.
Вот и все. Тоже, видите, это все машины, грузовики. Это вот настоящие уже рабочие машины. Не какие-то цацы, как мы только что показывали. Это рабочие машины, которые, как говорится, воюют. А здесь, вы посмотрите, на белых диванах родственники сидят, смотрят футбол. Ничего себе. Маленького ребеночка здесь держат они. Баскетбол смотрят. Вон у них тут целая столовая. Приходите, кушайте, что хотите, выбирайте. А машинки-то уже приготовились к параду. Я так понимаю, видите, стоят в очередь. Целая прям колонна здесь этих машин. А видите, у него как? Did you guys race? We crewed for the guy that raced. Oh, okay, cool. Can I let you go a little bit fast out there for the parade? I sure hope so. Were you out there for the race? Was this car in the race? This car was in the race, yeah. They crew for the guy. Yeah, he finished third in class, 11th overall. Well, that's not bad. А тут посмотрите, какая машина. Машина. Ой, смотрите, красивая такая. Феррари. А здесь машина. Видимо, они тут чинят или что, для чего она тут, эта машина, я не знаю. Какой-то 911. А здесь-то посмотрите, какая красота стоит. Вот в настоящих рабочих машинах, видите, что? Всякие железяки внутри. Вот. Это самая первая машина поедет. Такая вот голубая. Красавица. Пойдем мы с Винни сейчас наверх. Будем разглядывать парад. Винни говорит, это новая покраска, хром называется. Окей. Господи, сколько здесь классных женихов-то, девчонки. Вот бы вас всех сюда сейчас. Винюша-то у меня все разглядывает. Да, это красная машина, как 911. Если кто-то разбивается и срочно нужна помощь, они вот быстренько подъезжают и спасают жизнь. И вот я наверху, там, где я сейчас ходила, гуляла. И вот это машинки, которые будут участвовать в параде. Итак, мы находимся на втором этаже, там, где будет обзор этого парада. Так, Винни и я готовы к просмотру. Maybe someday we're gonna have car like that. Oh, sure. When you hit the $1 million lottery, more like $10 million. Я говорю, может, там когда-нибудь будет такая машина, когда выиграем 10 миллионов. Maybe we win. You know what we have to do for that? Yeah, right. What? Well, buy a bunch of tickets. Yeah, we have to buy tickets first. Важные дядечки в пиджаках идут. Надо же, как это я к ним туда зашла, в эту сердцевину. Ведь никто никуда не заходит. Только ходят дяденьки такие, которые, как говорится, доступны до тела. И я зашла туда. Оказалось, нельзя. Ну ладно. А мы побывали. Я даже в одном из вагончиков красненьких побыла. А колеса. Колеса, наверное, уже которые уработаны, вывозят. So they'll only have 10 cars out there. Винни говорит, они уже готовятся почти что. Раз эта машина поехала. No, not yet.
God. Oh, here? Like, yeah, I'll jump in there and drive that. Why not? Call me, I'll jump in. Все, поехали, поехали, поехали. Задерживай движение. First gear now. There you go. Посмотрите, какой идет с метелочкой. Такой прям папарацци. Здесь он будет парад. Пойду-ка я сюда. Хотя вот тоже, знаете, там тоже интересно. Вот там, где эти гаражи, где машины ремонтируют. А вон там у меня Винни машет рукой мне. Это он. Да. А здесь вот будет парад, я так понимаю. И мы можем отсюда даже наблюдать его. Правда, не знаю как. Ну-ка, я сейчас посмотрю. Возможно ли здесь. Ну-ка, я сейчас посмотрю. Can I look there just one second? What way? Буду стоять здесь. Дяденьки сами не знают, где они будут гонять. Команда Ferrari идет, парни, которые чинят машины. Пошли отдыхать, наверное. А вот эти вот беленькие домики, это гаражи, туда, где там, где чинят машины, когда машинам нужна поминка колес или что-то, вот они здесь останавливаются в этих гаражах и делают. Видите, сколько людей стоит, ждет парад. Будет, ну, они будут наблюдать со второго этажа. А я все-таки пойду на первый, пойду туда, к забору, к этому железному, к сетке. И буду снимать оттуда. Ну что, я опять приближаюсь к сетке. Постояла там наверху, постояла, подумала. Думаю, здесь все-таки будет лучше видно, здесь светлей. Поэтому будем снимать отсюда. Короче говоря, добрый дяденька меня пропустил, представляете. И я сейчас нахожусь прямо вот здесь. Вот в этих гаражах, которые я вам говорила. И вижу все эти машины, которые будут при параде. Вот так. Уговорила я дяденьку. Представляете? Вы посмотрите на меня, где я нахожусь-то. Ребята. Я же уговорю. Я же отпрошусь. Боже, Винни так увидел меня со второго этажа. Она рассказывает, куда это она пошла. Вот я пошла. Yes, посмотрите на меня, сзади сейчас поедут на меня машины Ferrari, и я здесь стою как VIP. Ура! Здесь в основном стоят репортеры со всякими камерами. Фотоаппаратами. На стадионе народу мало. Ну так, сидят немножко людей. Просто вообще нет на стадионе. В основном все вот с этой стороны. Там, где Винни стоит, на втором этаже. Ждем-с. Парад красавиц Феррари. Одна другой краше. Одна другой блестящие. Одна другой дороже. Вот что привлекает мужчин. Машины и женщины.
Вот еще какие-то поехали, не знаю, то ли они были уже. Ой. Да, быстро. А по ответственной скале, да видите, как тяжело ехать? Они съезжают с нее. Сначала-то едут по ней, а потом с нее съезжают. С флажком с американским. Что-то они там все застряли. Целая гора. Трафик. Мужчина говорит рядом. Это, говорит, самый дорогой, в деньгах самый дорогой, самая дорогая пробка. Трафик джем. Говорит, самая дорогая пробка, которую я видел либо. Да, уже точно. The most expensive traffic jam. А даже говорить ничего не хочется. Просто слушать музыку этих машин. Ну вот, посмотрите, это Наташка. Прямо в Дайтоне Рейстрак. Дайтона Спидвей. Вот так вот мы стоим, а сзади нас необычно дорогая пробка из машин. Все торопятся с работы домой, вроде как, якобы. У этих Феррари каких только цветов нет. Смотрите, красные, желтые, белые, голубые, черные, серые, зеленые. Я не знаю, каких коричневых только я не видела. А так вообще столько прям цветов радуги. И серебряные. Да. Вот, оказывается, Феррари-то сколько на свете. Я думала, их пару штук, можно сказать, а тут сколько только. На любой вкус и цвет. Что машина, что женихи. The most expensive traffic jam. Самая дорогая пробка на дорогах, которую когда кто-либо видел. И мне посчастливилось. Господи, сколько же мы будем стоять? Уже водители и их, наверное, женщины, которые сидят рядом, писать хотят, пить хотят, кушать хотят. Что же хоть это такое-то? Что же это за остановка такая, Балагой или Поповка? А Венюша-то у меня тоже пробрался. Видали? Пробрался и тоже здесь сидит. Не выдержал без меня. Тоже попросился, видимо. How did they let you come? How did they let you come? Well, tell me how did they let you come. Пробку прорвало. You want a joke?
Huh? You want a joke? A joke? Yeah, a joke. What's a joke? This was the most expensive traffic jam. Yeah, tell me about it. Yeah. Right. I ever seen. Опять по кругу, и опять по кругу идут те же самые девчонки. Вот давайте посмотрим на них. Даже две Феррари первые с огоньками, как полиция. Бибикалки еще. Видите, сколько разных цветов. Ну, конечно, в основном доминирующий цвет у Феррари красный. Вон какой, смотрите, стоит парень в машине. Стоит прям стоя Феррари, если вам видно. И делает видеосъемку. Видите? Next year? Yeah, that's going to be my Christmas present from you. I think, you know what I would say? What? Your car is better. I like your car better. My Camaro? Yeah. I'd probably kill these things. I have it out there. They don't even know how to drive, these people. Oh, they beep, 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 beep. Yeah. Yeah? Yeah. You don't like a Ferrari? I have one car that I like that's out here. It's a 1966 Ferrari GTO that just went by. It's really pretty. Oh. It just went by. That's all? That's the only one I like. From all that traffic jam, that's only one. It's the only one I like. All these other ones are no thrill to me. Я говорю, все это пробки, тебе только одна машина понравилась. Looks like a 308. Okay. An old... Уже машинисты, таксисты уже с ума сходят, по-моему. Просят их, чтобы они газанули. Они уж так газанут иногда, что прямо уж аж уже режет. А представляете, там когда близко-то. Да.
right, let's catch up. Number one, darling, between each vehicle. We've got a lot of units spacing out, about 10 car lengths between each vehicle. We need to bring these vehicles up and tight to the other line. Two by two, we need to bring you up tight to the other line. Ну что, закончился парад, не знаю, интересно вам было или нет, но тут вот еще машинки стоят, такие шоу-кейсы. Эти машины, дяденька говорит, нельзя к ним больше подходить, все закрыто. Закрыто уже до 9 вечера только. Вот это вот, конечно, съемки. Это уже, вот видите, они сейчас тут едут. Это профессиональные съемки. Да, вот так бы снять. Вот так у меня не получалось. Но вот тут вот мы стояли с Винюшей. Видите, там, где эти. Да, классно, конечно. Даже водителей можно увидеть. Видите, как и колеса, и все. Боже, какая красота. Да. Ну, это там уже, видите, профессиональные такие съемки. О, хоть покажу вам здесь машины-то какие. Уже закрыто. Завтра опять будут гонки, но завтра мы с Вини не пошли, не пойдем. К сожалению, сегодня мы на гонки не успели, так как я сегодня работала. Ну, а что делать? Ничего не сделаешь. Вини говорит, пойдем. Пойдем домой. Окей. Иди сюда. What else? Come on. Вы посмотрите, сколько народу. Вы думаете, куда они стоят? Я сейчас вам покажу. Ужин для элиты. Только для элиты. Сейчас я вам покажу. Sorry. Вот они здесь все в галстуках, в костюмах, значит, такие все нарядные, модные. Там очередь стоит, чтобы попасть сюда. И вот они все. Ну, конечно, вот девчонки, которые не замужем, наверняка заплатят побольше, чтобы пройти туда, познакомиться с кем-нибудь. Видите, вот так вот. Очень богатый ужин для тех, кто владеет Феррари, для тех, кто участвует, для тех, кто изготовляет. Изготавливает. Вот так, все в галстуках, костюмах. Вот где надо искать женихов, девочки. Вот здесь.
Yeah. Uh-huh. You think she's parading for something? Let's go. А вот и машины поехали домой с парада. Уже никто не удивляется здесь с Феррари. Здесь они просто на каждом углу, можно сказать, едут одна за одной. Кого они удивят? Никого. Вон девчонка вообще за рулем, видите? Это Феррари. А Винюша так и смотреть на них не может больше. Ну-ка посмотрим мы еще раз на ужин. Как интересно смотреть на них, да? Со стороны. Это шебуршание элиты. А это вот все машинки домой поехали. А может быть на ужин. Видите, сколько дядечек идет в костюмах. В костюмах, в пиджаках. Туза-то у них еще только начинается. Туза еще только начинается. Посмотрите, сколько красавцев идет на ужин. Итальянцы. 100% итальянцы идут. Посмотрите, мафиозники. Боже, смотрите на них. С женами. Такие все красивые. Сейчас они оторвутся по полной программе. Вот такая вот картина наблюдается после парада. Все идут на ужин. Мимо нас едут машины. А Феррари, видите, они такие все. Они все такие чинные и благородные. Видите, говорит, это его самая любимая машина. А это девчонки, видите, которые хотят туда попасть. Yes, I see it, I see it. А это девчонки, которые хотят попасть туда. Вот, еще подгребают. Такие все элитные, нарядные, красивые. И все идут на такой ужин. Там, где будут миллиардеры и миллионеры. А мимо едут вообще Феррари просто как такси. Просто даже внимания никто не обращает. Как будто Kia Rio. Вот они стараются на ужин попасть. Быстрее, миленькие, быстрее, пока там все не съели. Вот видите, это вход. Вход на ужин. И очень много девушек на каблуках, красивых, таких очень хотящих попасть вот туда. Я вам просто показываю, что творится здесь. А я думала, откуда здесь мужчины в пиджаках? Оказывается, вот откуда. Подгребают. А вон, смотрите, девчонки еще какие идут тоже. Русские, видите? Прошли русские. Это я слышала. Или русскоговорящие. Ажиотаж, чтобы попасть туда. Ажиотаж. А там наверняка просто чипсы одни, как всегда. Но зато кто их ест, эти чипсы, вот что важно. Не чем кормят, а кто их ест. Оказывается, самое-то интересное оказалось в конце. Вот тоже трех девушек привезли на машине, на ужин. Сейчас они будут выходить. Красивые блондинки. И брюнетки. Yeah,
Вот еще, видите, подъехал тут целый вагон. Красивых дяденек и тетенек. На каблуках, в длинных платьях, боже. И это все элита. Давайте посмотрим. Это, наверное, японцы. Думаю, япончики. Хотя не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Да. Очень много желающих попасть на этот званый обед. Очень много. Все девушки на каблуках, на красивых, на высоких. Вот. Ну не эти, а вот эта девушка на каблуках, ну видите, стоит. Какие-то тут дизайнеры. А, я не знаю, вот много очень дяденек, очень хороших. Ладно, мы с Ленюшей пошли домой во свояси. Мы ли не миллионеры, не миллиардеры и даже не элита. Мы так понюхали, посмотрели и пошли домой. Ну и что, едем мы с Винюшкой домой. It's closed, I'm telling you. It's 8 o'clock.